Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие единомышленники. Рад приветствовать вас сегодня на вебинаре компании SkyWorld Community. Компания, сообщество, совокупность человеческих умов, сердец и душ, которые объединились вместе для того, чтобы создавать и продвигать инновационные экологические технологии. И как показывает практика, успех наш действительно не за горами. И человечество доказало, можно сказать, самому себе, что без банков, корпораций или каких-то крупных структур сами люди могут сделать любое преображение с нашей планетой, с нашим космическим домом, планета Земля. Даже такое, как новый, международный, так скажем, планетарный транспорт. Транспортная инфраструктура второго уровня, полностью экологичная, полностью безопасная, легко интегрируемая. Самое-самое, то, что необходимо для жизни на планете. То, чтобы человечество могло использовать все знания, технологии, свои, так скажем, умения и возможности, и при этом окружающий весь мир, все живое и частью чего же мы и являемся, живой жизни. Все это будет только процветать и развиваться. И, конечно же, сегодня уже это крайний переломный момент перед переходом на 15-й этап. Конечно же, я сейчас, так скажем, добавлю немножко знаний о этом переходе, о переходе на 14-й этап. И я продемонстрирую, так скажем, официальную новость. Так, пожалуйста, напишите в чате, как вам, видите ли вы то, что я вам сейчас показываю. Да, дорогие друзья, какие-то небольшие помехи, прошу прощения. Главное, что на нашем официальном сайте вы можете найти, скажем, информацию о переходе и о том, как у нас сейчас продвигаются дела в завершении 15-го этапа. Переход состоится уже совсем скоро, с стадии 14-й на проект 15-го. Ага, прошу прощения, что-то не хочет показывать целиком и полностью, чтобы не тратить время на это, а идти дальше. Но главное, что 10 мая 2023 года мы переходим на 15-й этап развития, и сейчас уже в ваших личных кабинетах есть потрясающие возможности в честь дня рождения Анатолия Эдуардовича, нашего гениального генерального конструктора и инженера в нашей технологии, который создал эту технологию с нуля, только ее. Ведь струнный транспорт является лишь частичкой нашего мира. А Анатолий Эдуардович разработал целую концепцию, точнее не концепцию, а сами уже изобретения и принципы, с помощью которых мы в ближайшие тысячи лет можем абсолютно беззаботно жить на нашей планете, развиваться, размножаться и делать рай из этой планеты для наших будущих поколений. Но это все будет возможно при использовании экологических технологий, чтобы в нашей нише, в нашей закрытой среде, в биосфере, у нас были только те технологии, которые абсолютно никак не препятствуют развитию всего живого, а наоборот, дает им новые возможности. Но весь экомир – это целая серия технологий, за которые Анатолий Эдуардович Юницкий уже получил премию мира. Премию мира в Братиславе, в Словакии в 2018 году.
как сказал один из наших членов правления, это лишь начало, и вскоре Анатолию Эдуардовичу просто обязаны вручить Нобелевскую премию за все его достижения, за то, как много он сделал для этого мира. Мы еще к этому сегодня подойдем. Но самое главное, для той технологии, серии технологий, Экомир, которая сейчас позволит абсолютно, так скажем, тому же количеству людей или больше, то есть 8, 9, 10 миллиардов человек, проживать на этой планете в полном изобилии. У всех будут и дома, и электроэнергия, и питание. Стоит только поизучать, и вы сможете это посмотреть и изучить на официальном канале Анатолия Эдуардовича Юницкого unitsky.engineer. unitsky.engineer, там вы сможете найти с 66 года огромное количество его работ, монографий и прочего-прочего из, так скажем, той огромной работы, проделанной за всю жизнь в спасение нашей планеты и во спасение всего живого на нашей планете. Ведь наши города сейчас сильно влияют на происходящее в нашем мире. Мы видим, что уже сейчас есть в 21 веке города, в которых нельзя свободно дышать. То есть настолько загрязнен воздух, что невозможно находиться. Хотя город – место, где мы живем, место для нашей жизни. И это должно быть, наоборот, самое максимально безопасное, максимально изобилие в этом городе, в этом месте всего того, что необходимо для жизни человека. И такого типа эко-города, линейные города, эко-поселения предлагает Анатолий Эдуардович. Это жилой кластер от 2 до 10 тысяч человек, в который, так скажем, внесено абсолютно все, что необходимо человеку для его жизни. То есть для того, чтобы у него было абсолютно все по потребностям 21 века. Именно подобными ультрапроработанными технологиями и раскрашен весь Экомир, вся технологическая цепочка. И, конечно же, очень здорово, что самую первую, самую понятную нашу технологию, которая больше всего в данный момент сможет изменить мир, то есть самую актуальную, именно ее мы успешно завершаем сейчас, ведь мы переходим на 15-й этап. И для того, чтобы еще более глубоко посмотреть внутрь этой системы, так скажем, на простом языке, от гениального ученого получить полное, так скажем, краткое описание, как сейчас ведет себя мир, как ведет сейчас наша природа, наша биосфера и техносфера, как они смешаны, как от этого выход и как именно струнный транспорт поможет решить все эти, так скажем, долгосрочные, сложные проблемы. Именно транспорт сейчас внесет самый большой вклад. Самые актуальные изменения произойдут именно с повышением скорости, с, так скажем, снижением заторов, снижением загазованности, снижением пробок и прочих вещей. Причем подобный транспорт подойдет как уже существующим городам с огромной, так скажем, инфраструктурой и огромным количеством проблем. Ну и, конечно же, для новых городов, так скажем, которые уже сейчас есть в планах такие города, и, конечно же, они рассматривают наилучшие и самые инновационные способы передвижения грузов и пассажиров. Поэтому, дамы и господа, конечно же, за час времени, что мы с вами проведем вместе, нельзя будет передать абсолютно всю информацию, поэтому не пренебрегайте самостоятельным изучением и заходите на YouTube, на официальный канал Анатолия Юницкого, Анатолий Юницкай. И там вы сможете увидеть около 10 потрясающих фильмов, которые дадут, так скажем, еще большее понимание, как на самом деле связаны все люди, все народы и все живые существа на нашей планете, и как техногенная сфера может изменить это, и меняют уже сейчас. Так же, как и экологические технологии могут оставить все необходимые нам условия, ресурсы, продукты, услуги, но при этом никак не вредить нашему живому окружающему миру. Это
возможно сейчас понять абсолютно всем. Ведь мы связаны с помощью интернета. Представляете, мы с вами сейчас находимся с кем-то в 3, с кем-то в 5, с кем-то в 10 тысячах километрах друг от друга, но тем не менее мы находимся в одной среде, в одной, так скажем, в одном пространстве и можем передавать, так скажем, наши знания, наши умения, наши мнения, задавать вопросы, получать ответы. Настолько объединены сейчас люди. И именно таким способом и создаются международные проекты. И именно акцент на слово «народные». Народ и разные народы. Хотя по факту это один народ, человечество. И человек создает то, что ему больше всего необходимо. Чистую электроэнергию, быстрое передвижение, чтобы все это было очень экономично, легко в получении, легко в добыче, чтобы это не ложилось огромным грузом, какой-то товар или услуга на самих людей. Люди создают для себя лучше, с наивысшим качеством, с максимально долговечным способом работы и действия и, конечно же, с максимальной выгодой. Именно таким способом и создаются самые полезные технологии. И наш транспорт именно такой. Меня зовут Артем Курбанов, и я узнал о подобных проектах где-то около 8 лет назад и начал изучать. Я понял, что люди без крупных банков, без государств, без крупных корпораций сами объединяются. У кого-то идеи, у кого-то время, у кого-то средства – и создают международные проекты. И делают это просто фантастически, потому что более 1000 проектов за последние 5 лет подобного рода вышли на рынок, начали производить что-то очень полезное для тех, кто этого желал. И распространяться дальше для тех, кто даже об этом не думал. То есть и цена максимально лояльная, потому что этим же пользуются люди. Потому что те, когда люди создают для себя какое-то производство, что-то, что улучшает жизнь, они думают, видимо, и о других, раз это мультинациональное собрание людей, это могут быть тысячи, десятки, либо, как в нашем проекте, более 500 тысяч человек, более 500 000 людей объединились совместно для того, чтобы создать новый транспорт. Создать тот транспорт, который не только уберет все негативное с дороги, насколько это возможно сейчас по нашим, так скажем, технологиям и знаниям человечества, так еще и добавит очень-очень много полезного. Но и кроме того, технология технологий, но 500 000 человек – это сообщество Skyworld Community, и это сообщество тоже развивается. Кроме того, что оно развивает и финансирует инновационные экологические технологии, оно включает в себя множество факторов, множество направлений развития. И, дамы и господа, любой из этих побуждающих факторов, любой из них, либо даже несколько, или все, если вы очень упорный и целеустремленный человек, все это можно улучшить, преувеличить, так скажем, облагородить, трансформировать в наилучшую сторону с компанией Skyworld Community. Потому что здесь вы можете найти и дополнительный доход, и финансовую независимость, и собственный бизнес, создать его, заниматься, управлять собственным временем при собственном бизнесе. Конечно же, лично расти, потому что самообразование является одним из эффективнейших способов, так скажем, повышения квалификации, повышения своих знаний, своих умений, понимания. Ну и, конечно же, помощь другим и новые знакомства. Этого в достатке в Skyworld Community. Я познакомился, наверное, с десятком тысяч людей с разных стран за последние 7 лет, поскольку сам являюсь очень общительным человеком и понимаю, что это огромные возможности для многих-многих людей найти своих единомышленников, те, с кем можно поделиться информацией, у кого можно узнать информацию, кто может стать вашим тренером, ментором, другом, либо коллегой. Ну и, конечно же, если вас, как меня, интересует оставление наследства будущим поколениям, не только своей семьи, но и будущим поколениям всего человечества, и что же будет с будущим всей планеты, ведь человечество – это всего лишь один вид живых организмов из 12 миллионов видов живых организмов. Поэтому я считаю, что этот проект один из самых актуальных на сейчас в 21 веке, который мы только можем запустить.
И я благодарю вас за ваше внимание, за то, что вы сейчас здесь, ведь всюду, куда направлено наше внимание, именно то и растет. Конечно же, количество людей 8 миллиардов человек. Мы сейчас можем изменить огромные-огромные сферы. Особенно, как сейчас мы с вами общаемся через интернет. То есть, представляете, люди теперь стали под стать государству. То есть, они объединились. Есть общий, так скажем, рычаг движения, рычаг объединения, рычаг коммуникации и давления. И мы можем сами выбирать, в какую сторону развиваются некоторые наши технологии, некоторые наши сферы, некоторые наши продукты, создавать что-то лучшее для себя. При таком сообществе мы можем сами создавать для себя продукты питания и конкретно следить за их качеством, заказывать, покупать, распространять, расширяться. То есть люди могут делать огромное количество планетарных вещей самостоятельно. Даже если их 10 тысяч человек, это огромное количество людей, которое действительно может очень-очень много изменить в нашем мире. Но представляете, что могут 500 000 человек, либо 1 000 000, 10 миллионов человек, сколько нас будет через там 5-10 лет. То есть, когда миллионы людей начнут действительно заботиться не только о себе, но от того, насколько они выросли, насколько масштабны их знания, умения и возможности, заботятся и о других людях на планете. Не через государственные структуры, не через бюрократию, где все долго и сложно, а самостоятельно. Потому что видно, что это получается гораздо лучше. И сам маркетинг и реклама, когда человек разговаривает с человеком, намного эффективнее и лучше, а не через обычную рекламу, через телевидение, интернет, либо радио, которое неизвестно, в чьи уши попадает, насколько она эффективна. Нету разговора, нету коммуникации, оно все одностороннее, искусственное. Но когда люди вместе с другими людьми начинают делать что-то полезное и хорошее для себя. Это, конечно же, всегда приводит к определенному волшебству и магии, когда люди объединяются, создают что-то прекрасное, создается дружба, создаются новые идеи, уверенность друг в друге и новое нахождение единомышленников. Именно таким образом от нескольких людей до 500 000 человек мы с вами, дамы и господа, создали новый вид транспорта. Новый вид транспорта, который не похож на все, так скажем, уже существующие виды транспорта. Ни на водный транспорт, ни на воздушный, ни наш наземный, который, так скажем, очень серьезно влияет на безопасность всего живого, на безопасность нахождения как в городе, так и между городами, на тот воздух, который мы дышим. Ну и, конечно, на пространство и цену, которую мы платим за каждый квадратный метр, так скажем, нашей Земли. Потому что первый уровень планеты, он ограничен. А с приходом нового транспорта второго типа, где нужно минимальное количество землеотвода под анкерную станцию, анкерную опору, либо промежуточную опору, и получается в десятки, в сотни раз меньше займет такая трасса с огромным пассажирным потоком и полной экологичностью и безопасностью, чем автодорожная. То есть мы лишь просто добавим еще один вид транспорта, который станет со временем, сейчас он инновационный, он станет со временем традиционным, а потом и полностью, я думаю, так скажем, вытеснит другие виды транспорта из традиции, потому что они нам больше не будут нужны. В наших городах будет полностью экологично, суперчистый воздух. И это та технология, которую люди, объединившись, создали вместе. Именно люди сделали это возможным. Притом не только построен один какой-то транспорт, и доказано, что это возможно. Построена целая серия из транспортов. Построено огромное количество, так скажем, мощностей, собраны, составлены вместе. Огромное количество работников, 3 завода. Огромное количество сертификатов. То есть огромное количество проделанной работы из всего того, что мы успели, так скажем, сделать за последние годы нашего проекта.
Но скорость того, с какой скоростью мы все это, так скажем, конечно, потрясающе. Понимаете, дамы и господа, мы создали действительно серьезное производство. Серьезное производство со всем необходимым для того, чтобы выполнять адресные проекты, то есть конкретно заказы. И это производство уже начало работать. Первые проекты, первые предпроектные работы завершены. Уже какие-то подготовки, строительные работы, все это движется в сторону, так скажем, нашего прекрасного завершения проекта, когда компания станет самостоятельной, выйдет на самофинансирование и сможет уже продвигать и свой транспорт абсолютно официально по всем документам, по всем сертификатам с полной безопасностью, так скажем, чтобы любая страна, любая дума любого города могла обратиться на в салон продаж, например, как на сайт Skyway, Skyworld, Community, сейчас скажу, unitsky.com. Unitsky.com – это как бы салон продаж, то есть это салон продаж, на который вы можете зайти, посмотреть разные виды трасс, разные виды транспорта, их характеристики, связаться с компанией и, так скажем, заказать, я хочу в своем городе, как мэр этого города, или как президент страны, или министр транспорта какой-то страны, хочу в наши города вот такие вот транспортные средства. И с ними начинают работать наши специалисты, так скажем, договариваются о сотрудничестве, делается первые, так скажем, первое представление, если все устраивает заказчиков, они делают первую оплату на предпроектные работы, то есть это серьезная, огромная работа, как рассчитать в, так скажем, месте, в новой местности, в локации, такую-то трассу, сколько хотят, так скажем, высоты, сколько хотят станций, с какой скоростью, какая пропускная способность пассажиров или грузов или еще чего-то. То есть все эти детали выясняются и делается предпроектная работа. То есть высчитывается, все смотрится на месте и уже тогда понятна конечная стоимость данного проекта, адресного проекта, то есть данной трассы. Сколько будет стоить построить эту трассу, купить землю под нее, выстроить, сделать все транспортные средства, постановить, наладить и запустить уже, так скажем, в работу. И после того, как люди получают конечную смету, происходят какие-то там еще дополнительные изменения, и только тогда начинается строительство нового адресного проекта. Поэтому это достаточно емкий и тяжелый процесс, нелегкий процесс, очень емкий, но наши специалисты уже начали этим заниматься, и все движется в наилучшем направлении. Прошу прощения. Правду говорю. И перейдем же к тому, что за прекрасный транспорт очень скоро будет разъезжать по нашей планете. Конечно же, транспорт второго уровня с абсолютно экологической философией. Но я больше всего, так скажем, прикладываю это к философии, к экологии, потому что именно это технология, это техногенная сфера. И в большинстве своем технология очень сильно негативно влияла, особенно с появлением двигателей внутреннего сгорания. Но сейчас такое количество технологических решений изобрело человечество, что даже Илон Маск писал в одном из последних своих, так скажем, выступлений, что за 20 триллионов долларов можно полностью всю планету перевести на экологический способ получения электроэнергии.
И на это понадобится ни много ни мало 300 тысяч квадратных метров. Вот. То есть приблизительно размер Польши. Вот. Но на всю планету далее у нее будет постоянное чистое электричество. То есть насколько на самом деле это много? Это не так уж и много. Это для всего мира это несколько лет они могут выделять деньги и построить подобные изменения. Вопрос в том, насколько же объединены люди, насколько люди осведомлены, что на самом деле происходит с нашей планетой, насколько люди осведомлены, что они могут с этим что-то сделать, что они могут как-то поменять эту ситуацию. И это действительно так. Ведь именно в 21 веке, именно с появлением интернета, человечество настолько мощное, что может делать это совместно. И, так скажем, огромное спасибо такому прекрасному существу, как Анатолий Эдуардович Яницкий. Это такой человек, который действительно как отец. Отец всего мира, инженер нового мира. Потому что он создает действительно самые оптимальные, эффективные и безопасные технологии. И создал он за свою жизнь более 150 изобретений. Написал более 20 монографий, более 200 научных работ, несколько грантов в ООН. И технологии, начиная от самых-самых маленьких, заканчивая космическими технологиями планетарного масштаба. Этот человек всю жизнь направил на науку, изучение технологий и природы, на изучение жизни, как мы можем жить сообща, как мы можем развиваться сообща. И именно это он и сделал. За последних 40 лет все те технологии, все те решения, которые он изобрел, которые вы можете увидеть на официальном сайте unitsky.engineer, unitsky.engineer, вы сможете понять, что это действительно полная жизнь, в которой создавалось наилучший способ жизни на нашей планете. Как, так скажем, не бороться против нашей системы, а использовать все, что она нам дарит. И, так скажем, максимально полезно жить как для себя, так и для всего окружения. Это все просматривается в его технологиях. И мы видим, какие возможности создает каждый этап нашего проекта. С каждым этапом действительно было видно, что человек расширяется, и мы создаем не просто какую-то маленькую компанию, мы создаем планетарную группу компаний. Вскоре это станет огромной корпорацией, народной корпорацией по созданию инновационных экологических технологий, первый из которых транспорт. Ведь мы сейчас уже видим подтверждение этому. Наши заводы, то, как оно работает, то количество транспорта в железе, которое сделано, которое испытано, которое продемонстрировано, просертифицировано, на котором уже катались люди, и я в том числе, я катался на минимум на 4 видах трассы и на 4 видах транспорта. Это реально, насколько только возможно. И кто бы мог подумать, что за такой короткий срок можно создать настолько большую компанию без стабильного финансирования, без государств, банков или чего-то подобного. Люди объединились. Люди создали то, что вы видите на экране. И люди, так скажем, способствуют тому, что наилучшая транспортная инфраструктура, одна из чистейших и актуальнейших инновационных экологических технологий, практически завершила свою сертификацию в 21 веке. У нас остался только 15 этап. А по тем сертификатам, которые уже есть, по тем, так скажем, сертифицированным трассам и транспортам, которые уже у нас есть, первые проекты уже продвигаются. И это, конечно же, потрясающая мысль, потрясающая радость. Конечно же, посмотрите официальные новости от Анатолия Эдуардовича. Анатолий Юницкий на Ютубе, английскими буквами. Анатолий Юницкий. И вы там сможете увидеть все самое-самое важное, его самые последние все фильмы и заявления, так скажем, его представление всей информации о нашем проекте, о его успешности, как за 20-й, 21-й, 22-й и сейчас уже 23-й год. Вы, конечно же, будете очень рады и очень довольны тем, что у человечества есть такое движение, что они могут это изменить. Представляете, люди для себя создали пассажирский транспорт.
новый, наилучший, в максимальной комплектации для любого вида города, для любого вида перемещения, скорости и разных видов трасс. То есть супергибкая технология, самая инновационная, самая экологичная, самая безопасная, самая экономичная и будет самая быстрая. Построить можно где угодно, в любой температуре, в любой местности. Это уникальный, универсальный транспорт. Абсолютно на разное количество людей, на разных, так скажем, проживающих в городах, то есть с разным населением. Все продумано у Анатолия Эдуардовича. И, конечно же, то, что будет от нас в самом конце, так скажем, самая крайняя победа, это юнилет с передвижением до 600 км в час. До 600 км в час мы сможем передвигаться на наших струнных дорогах, на нашем струнном транспорте. Представляете, 600 км в час даст нам возможность за один день посетить несколько стран, несколько столиц, сделать несколько встреч, заключить несколько договоров, либо сделать несколько уроков того, что вы преподаете, и вернуться в этот же день домой. При том, что это будет максимально экономично, безопасно, и вы в это время свободны. Вы можете отдыхать, общаться с соседями, ездить, так скажем, работать, либо что-то обсуждать с единомышленниками по вашему путешествию, либо учиться, либо немножко отдохнуть и посмотреть, например, в прекрасное окно с высоты птичьего полета на наш прекрасный мир. То есть такой транспорт, абсолютно автономный и с таким количеством полезных характеристик, действительно нужен абсолютно каждому городу и каждой стране. Это замена и смена эры нефти, эры двигателей внутреннего сгорания. Переход на новый вид устройства нашей жизни. Потому что этот транспорт действительно изменит всю нашу жизнь, каждую ее сферу от того, какой он есть. Ну и, конечно же, грузовой транспорт изменит нашу жизнь еще больше. Ведь все грузы начнут доставляться быстрее, дешевле, без каких-то заторов, без каких-то простоев, потому что весь транспорт автоматизирован. И как только груз попал на наш транспорт, он уже двигается в нужном направлении, без человеческого фактора, абсолютно безопасно. И это огромное преимущество для всех потребителей, а сейчас же эра потребления, значит, для всех. Получается еще, что это один из самых крупных бизнесов на планете, один из самых дорогостоящих и самых коррумпированных, как оказалось. Ведь не зря, так скажем, ощущается неблаготворное влияние кого-то в нашем мире, кто препятствует в последние даже столетия, я бы сказал, экологическим способам добычи электричества, так скажем, разработкам, которые могут освободить человечество, либо дать ему более эффективные источники энергии, либо эффективные источники транспорта. Но Анатолий Эдуардович сделал действительно все необходимое для того, чтобы дать всем видам грузоперевозок новое будущее. Ведь у нас есть и юнитраки, и юнитрансы, и юниконты. Юнитрак – это маленькое транспортное средство, грузовое, для любых штучных, сыпучих, жидких грузов, которые могут передвигаться в любой температуре и, так скажем, с машинным зрением, с огромным количеством датчиков внутри. Юникон, который перемет на себя уже существующие сейчас контейнерные перевозки. То есть, представляете, огромный дорогостоящий бизнес с невероятной прибылью будет, так скажем, частично переходить на наши транспортные структуры. Именно с этим способом это станет гораздо дешевле, гораздо безопаснее, гораздо быстрее. Но, а те, кто будут совладельцами данной технологии, конечно же, получат свое совладение, кроме восстановления планеты и отличного бизнеса по производству, еще и огромный бизнес по перевозке этих грузов, следовательно, и часть прибыли каждой трассы, которая построится. Ведь Анатолий Эдуардович будет строить и стараться продать трассы по минимальной стоимости, потому что главное — движение следующих технологий и спасение планеты.
одни равноценны. Прибыль здесь вообще практически не, ну, так скажем, не важна. Она участвует в развитии следующих всех проектов. Она даст большие возможности. Но это не сама цель. Просто зарабатывать средства и деньги. Это технология, которая даст возможность скорее, быстрее и более эффективно развивать следующие технологии. Биогумус, экопоселение, линейные города, экодома, вакуумное стекло, новый вид электроэнергии, ОТС и КИО, космические наши разработки. То есть все эти технологии смогут гораздо быстрее реализоваться, когда эта данная технология сможет у нас, так скажем, пройти 15-й этап развития. Доказать всему миру, что подобного рода проекты работают, что люди – мощнейшая сила, которая может объединиться, причем множество стран, 220 стран и регионов мира. Люди из этих участков нашей планеты объединились ради работы для всей планеты, ради спасения ее, ради изобретения и сертифицирования настолько потрясающей технологии. Любые точки нашей планеты смогут быть объяты новой технологией, при том, что внутри может быть несколько инфраструктур. Но и не только суша подвластна, но и разработки, связанные с подводным транспортом, с транспортом между континентами, с морскими портами, тоже есть у Анатолия Эдуардовича. И подобные морские порты можно делать на шельфе моря. То есть не на берегу, и делать там невероятные, сложнейшие, дорогостоящие работы для того, чтобы сделать очень большую глубину рядом с портом, куда может зайти корабль с большим водоизмещением. А если делать на шельфе моря и использовать струнный транспорт, и по такой же системе на ровном шельфе, то есть, но уже подальше от берега, построить данный порт, то любой вид транспорта водного сможет подойти к такому порту, загрузиться или разгрузиться. И посмотрите, каждый юниконт, который примет на себя груз, сразу же может направляться по своему заданию и перевозить груз в нужное ему направление. Таким способом абсолютно весь мир может быть объят технологиями эко-мира. Стоит только изучить, что же предлагает Анатолий Эдуардович. А потому, что вы видите о его первой технологии, понятно, что стоит обратить хотя бы небольшое внимание на то, что же придумал этот гениальный ученый. Какие же эко-города и эко-поселения он представляет для людей. Ведь действительно в размере одного часа все это не расскажешь, потому что годами человек изобретал, работал, учился, узнавал новые сферы, модернизировал их и объединял. Даже за 5 лет я не скажу, что я изучил 100% всех технологий, всех, так скажем, предложений, которые сделал Анатолий Эдуардович. Слишком нужно быть подкованным и очень быстро читать и соображать, чтобы перечитать такое количество информации. Но в большинстве своем из всего того, что я изучил, я вижу, насколько проработана каждая технология, каждый экодом, каждое поселение, каждая технология, каждый вид транспорта и трасс. И особенно, конечно, меня интересуют экологические города и электричество с помощью сланцев, бурого угля и, так скажем, волшебства жизни нашей планеты, чтобы получать чистую электроэнергию и гумус на выходе. Все эти технологии очень скоро будут возможны. Они либо уже начинают потихонечку развиваться, либо уже очень скоро после завершения 15-го этапа будут запущены для того, чтобы их сначала также сертифицировать и показать их характеристики, дальше распространять их по всей планете, по всем странам и городам, где это необходимо, где люди способны разузнать, посмотреть и понять, что да, это лучший вариант, который сейчас есть на планете, и нам это необходимо прямо сейчас. Хотя, так скажем, если посмотреть внутрь, кажется, с одной стороны, так
и формулы тяжело, как это все понять. С другой стороны, все очень просто. Формула – это, так скажем, как доказать. Вот это и есть та сложность сертификации. Как все это дело проверить, измерить, доказать, подтвердить и заверить. Но по факту это транспорт, это опора, это струны, пучки струн, соединенные вместе, с запасом прочности в 10 крат, в 10 раз больше, чем необходимо для передвижения транспорта. Специальный корпус рельса, в котором эти пучки струн вместе с наполнителем, бетон специальный, который изготовили наши инженеры, который поглощает шум, фиксирует и, так скажем, занимается антикоррозией, то есть не позволяет испортиться нашим струнам. И сверху на этот корпус стальная головка рельса, по которой идет стальное колесо. Все. Все очень просто. Но это самый высокий коэффициент полезного действия. Это самая большая, так скажем, характеристики дает данная система, и у нее нечему практически ломаться. То есть все сделано максимально крепко и долговечно. На огромные, то есть циклика потрясающая. Очень много циклов сможет выдержать, много лет может работать без капитального ремонта подобная транспортная система. И все максимально автономно. То есть даже дорогу чистить такую нет необходимости. Нет дождя, нет снега, нет обледенения. Потому что проезжающий по ней транспорт создает вибрацию, слегка прогибает рельс, и все происходит самостоятельно своим собственным экологическим ходом. И вся технология такая, насколько бы она мне была серьезно продумана в деталях, насколько сложно сделать некоторые элементы, исполнить это. В общем, в целом, все выглядит настолько просто, настолько мало ресурсов, настолько, так скажем, экономия и времени, и средств, и ресурсов нашей планеты, и пространства для того, чтобы получить самый эффективный транспорт. И множество видов и трасс, и транспорта было изобретено. 7 видов трасс, 14 видов транспорта. Это те, которые уже готовы в железе, которые уже катали людей, часть из них. Конечно же, этот транспорт может обеспечить ту пассажирскую провозную способность и грузовую, которая необходима человеку 21 века. То есть Анатолий Эдуардович рассматривал это для того, чтобы мы могли действительно конкурировать с пассажиропотоком других традиционных транспортных средств. Потому что если мы можем дать в пассажиропотоке тоже, то мы автоматически становимся самым наилучшим и транспортом, ведь все остальные характеристики уже превышают существующие транспорты по всем показателям. Поэтому мы сейчас создали самый эффективный транспорт, самый адекватный, самый актуальный. Электромобили на стальных колесах с коэффициентом полезного действия в 99% передвижения стального рельса, стального колеса по стальному рельсу. Более 250 датчиков, которые следят за безопасностью и комфортом что пассажира, так и груза, даже в самом маленьком транспортном средстве. Транспорт может двигаться как от контактного рельса, так и от аккумуляторов. И в зависимости от этого может быть еще автономнее, либо еще экономичнее. То есть огромные-огромные возможности под любую задачу, которая есть у человека. И вся эта система, дамы и господа, она закрывающая технология, она автоматизированная технология. То есть все эти транспорты будут связаны как пчелиный рой, как пчелки и трудяги, вместе с каждой анкерной и промежуточной опорой. Все связано между собой, они между собой общаются, контактируют, принимают общие решения про определенного алгоритма. Ведь мы создали сейчас такие компьютеры, такие программы, такие искусственные интеллекты сейчас, так скажем, развиваются на нашей планете. Все это уже достойно и способно забрать от человека, от Творца, все то, что ему не нужно. Всю рутинную работу, всю неинтересную работу, всю опасную работу и труд, любые занятия, которые не нужны или не хочет делать человек, все могут выполнять наши роботы. И передвижение транспортное по заданным маршрутам, по конкретным дорогам, которые есть, понятно, где находятся города из одного места в другое, именно подобные транспортные системы смогут изменить представление нашего мира.
нашу жизнь. Потому что, представьте, нам больше не нужно будет водить. Ты просто поставил точку, куда нам нужно, и направился туда. И все, и больше ничего нет необходимости. Ты управляешь своим временем. И, во-первых, меньше времени проводишь. И, во-вторых, ты гораздо свободнее. Все это время твое теперь. Ты можешь его уделить туда, куда необходимо. И сколько еще энергии. То есть мы же концентрируемся, когда едем за рулем, когда мы обязаны следить за дорогой, управлять нашим транспортным средством. А здесь вся эта концентрация может быть перенесена. Эта энергия может быть не потрачена, перенаправлена в нужное место, либо сохранена. То есть огромное сохранение энергии. Мы не будем так сильно уставать, при том, что передвигаемся по нашим городам, либо даже между городами и нашими странами. Самая безопасная система для людей, которая только улучшает нашу жизнь. И, дамы и господа, мы сделали это вместе. Мы сделали это вместе с друг другом. Именно люди могут, мне кажется, только люди могут сейчас конкретно большинством выбирать, что нам действительно необходимо. Потому что в каждом государстве, в каждой структуре есть свои направления, свои интересы и так далее. У народа есть желание жить безопасно, жить счастливо, жить удобно, так скажем, чтобы то, чем мы пользуемся, было экономично. То есть, чтобы мы могли использовать все, что нам необходимо, жить в изобилии. И это мы можем сделать. Это мы уже делаем. И это именно происходит с помощью интернета, с помощью того, что мы объединяемся, с помощью того, что мы делимся с друг другом. Как я сейчас делюсь с вами, пожалуйста, делитесь с вашими друзьями, с вашими близкими, делитесь ссылкой на вебинары Владислава Волкова. Они просто потрясающие. Вы увидите так много прекрасных видео, фотографий, и, начиная с 2014 года, о том, как развивалась компания изнутри, как развивалась технология. Он имеет инженерное образование и может очень интересно, так скажем, описать либо рассказать о определенных фактах нашей технологии, ее развития, о том, какие сейчас самые-самые последние новости. Ведь Владислав Волков является сейчас, управляющим конструкторского бюро по адресным проектам. То есть адресные проекты начаты, эти заявки идут, они рассматриваются, и уже вот буквально сегодня, если вы зайдете на наш официальный сайт, вы увидите репортаж с телеканала «Россия» о нашем транспорте, о трассе в Ленинградской области. То есть о трассах, которые сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут, я надеюсь очень, что будут приняты и построены в России, в Ленинградской области. Это, возможно, будет не только в одной точке из всего того, что вы видите. Это будет, можно будет, возможно, везде. Ведь всюду есть транспортные проблемы. Где-то его не хватает, где-то его чересчур много, и дороги не справляются. И там наша технология прекрасно справится, потому что действует по новой системе. И это количество людей, 8 миллиардов, уже очень скоро смогут жить абсолютно в новом мире, построенном по новым технологиям. Сэкономлено будет огромное количество земли, ресурсов, людей, времени, человеческого фактора. И, конечно же, нашей жизни. Ее мы сможем направить в более творческое русло. И у каждого еще есть возможность до перехода на 15-й этап поделиться с самыми близкими, с самыми дорогими вашими людьми. Рассказать о том, как многого мы достигли. Как многое, так скажем, пришлось сделать, преодолеть. И успех, он вот, он уже сейчас. Видя, как ездит наш транспорт, как делегации из разных стран. За 2022 год более 100 делегаций с разных стран, при этом министры, даже короли и президенты побывали у нас в наших, так скажем, центрах испытания нашей технологии. И 15-й этап, он может продлиться очень недолго, поэтому стоит рассказать хотя бы один раз каждому человеку
о том, что есть такой проект, о том, что есть такой ученый, о том, как прекрасно идут дела, и что человечество сейчас наисильнейшим образом влияет на то, что с ним происходит. Я лишь часть человечества. С вами был Артем Курбанов, и я рад поделиться с вами всеми этими знаниями. Приглашайте на новые встречи. В следующий вторник в 19:30 презентация Владислава Волкова. Прошу вас, приходите и насладитесь этим. Ищите подобные презентации за последние несколько месяцев с самыми новыми новостями на YouTube, на Skyworld Community International. И, конечно же, у вас будет вся информация для того, чтобы быть максимально компетентным и делиться с миром тем сокровищем, которое у вас есть. Ведь с вами компания Skyworld Community. Сокровище, сообщество, которое объединяет людей, дает возможность заниматься абсолютно созидательной деятельностью, создавать и развивать новые инновационные экологические технологии, помогать развитию и финансировать инновационные транспортные системы и при этом получать вознаграждение за, так скажем, популяризацию данной технологии без ограничений. На любом языке мира, в любой стране мира, в любое время, в любом месте. Именно Skyworld Community объединяет людей. И именно с помощью этой компании люди могут помогать Анатолию Эдуардовичу Юницкому реализовывать его эко-мир, первую технологию из которых мы практически завершили. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваше участие. Именно от каждого из вас, от крупиц, от частичек энергии и ресурсов, объединенных вместе, мы создали новую транспортную инфраструктуру. Добро пожаловать в Skyworld Community. До новых встреч, дамы и господа.